Бэйна Хинчмен. Хинчмен Бэйна являются членами ополчения Бэйна в Бэтмен, Аркхайм Оригинс. Их второй В команда Берт. Инцидент отчеты. Аркхайм происхождение инцидент. Хинчмен Бэйна появились во время рождественских ив инцидента, и работал на Бэйна и его лейтенант, Птица. Один из Бэйна вином приспешников, Эндрю Картер, убил неизвестную жертву на Эмьюзмент Майл как часть посвящения в группе. Бэтмен расположен Картер в парк Рой допрашивали его об убийстве в Эмьюзмент Майл и задержали его за GCPD. К концу инцидента, Бэйн и Птицы оба были отправлены в Блэкгейт тюрьму, и Хинчмен многих Бэйн были либо убиты, либо арестованы. Холодное сердце инцидент. Все мужчины Бэйна были задержаны до инцидента канун Нового года и введен в Блэкгейт. Аркхайм происхождение мультиплеер инцидент. В какой, то момент после Аркхайм Оригинс, Бэйн как, то вырвались из тюрьмы, и вновь его милицию с Птицей и единицами елити приспешников. Вместе они вели серию войн против банды Джокера и его подручных. Внешность. Хинчмен Бэйна, как правило, носили маски, похожие на одной Бэйна, используемой во время инцидента, темные куртки, темные брюки и темные сапоги. Некоторые из них использовали вином, и Бэтмен должен был уничтожить машину они использовали, чтобы снять их. Пустяки. Некоторые из прихвостней Бэйна на самом деле знал страха Бэйна летучих мышей и его одержимости уничтожить Бэтмена. Несмотря на то, что они были наняты наемники, Хинчмен Бэйна показал фанатичную преданность Бэйна, когда они были допрошены Бэтмена и даже считали, что он непременно вернется, когда он потерпел поражение и был заключен в тюрьму на Блэкгейт. Комиксы Аркхайм Найт позволяют предположить, что они, возможно, проникали в правовую систему и тюрьмы Готэма, чтобы гарантировать, что они могли бы помочь Бэйну в будущем.